Всем доброго времени суток, с вами Санет Машика, и сегодня я для вас новости на 19 число 3 месяца 2019 года. И как вы могли заметить, hotfix 24.5.2 к нам прибыл, но там было много изменений, по факту интересных и важных только два. Во-первых, больше нельзя уничтожить все клапаны сферы эксплуатации за один раз. Я проверил, сбегал основы, и больше действительно так не работает. Нова может уничтожить только один клапан, поэтому понерфили эту страту. И также второй был фикс, это были фиксы принудительной миграции хоста в удаление сфер. Так как случалось из-за того, что люди присоединялись в тот момент, когда существующий отряд переходил из долины в палубу 12. Из-за того люди выкидывало, но сказали разрабу, что все еще может попасться такой момент. Но теперь временное окно очень мало, и соответственно шанс того, что вы попадетесь на неприятную ситуацию, теперь значительно мал. Были другие фиксы, но суть в том, что дату продления событий с разломами терми сообщат нам позже, поэтому будем ждать, до какого числа нам собственно продлят. Я предположу, что может быть до конца недели, но черт знает. Также вместе с хотфиксом немного сломалось отображение временных циклов на голограмме звездной карты. Сказал Пабло, что там будут отображаться циклы в минутах, но данная фича просочилась раньше положенного, поэтому пока она не работает, но заработает скоро, поэтому будем ждать. Также пока у нас ничего серьезного не происходит, у нас поступило очередное видео от Стива с солнечными тенями в долине сфер. Выглядит как обычно красивенько, но никаких дат, ничего у нас нету. Из интересного было замечено изменение поведения третьей сферы, та самая, которая любит купаться в раскопках руин Орекин. Теперь она издает звуки, а при скане видны некие точки, значения которых неизвестно. Я думаю, что может быть это и не имеет никакого значения, но что-то там явно не так, может быть разрабы на что-то намекают. Также у нас гулины пока прибыли, и несмотря на их всеобщую бесполезность, возможно они пригодятся людям, которые хотят пофармить экстракт нитаина, если все плохо у вас с доверием волка. И также сегодня должен быть доступен для покупки уже цифровой набор Тенакона. Я предположу, что он будет доступен где-то около 9 вечера по МСК, потому что это стандартное время для ДЕ, когда они что-то уже начинают делать, но в любом случае будьте начеку, где-то с вечера вы сможете данную штуку приобрести. И затем это все новости, которые у меня имеются для вас на данный момент. Немного, но я вообще бог знает, что произойдет на этой неделе. Я предположу, что все-таки Equinox Prime не выйдет на этой неделе, потому что анонсов никаких ничего не было, уже вторник. Поэтому, скорее всего, на следующей неделе у нас уже будет Equinox Prime, поэтому готовьтесь. Ну а теперь у меня уже точно все, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока. Well, bad news, foodies. The Corpus are scrapping plans to bioengineer food from hazardous waste. Diners reported everything tasted like vermic, then exploded. Back to the lab, you crazy kids.